Твоя помощница? Или это Нет. помощничек? Помощничек. Помощничек. Капибарчик. Ночам стоматологом работаю. Еще один пошел. Красота. Алекс со своими подарочками. Подвисла. Кусака. Капибарушка. Вот не расстанешься ты сегодня с ней, да? Твоя любимая капибарушка. Так долго мечтал. А сегодня прям такую в этой шапочке нашли. И кусаку. Ты играть хорошо будешь? Завтра утром. Скрипка. Пакуй давай. Чемоданы. Когда мама филолог, это заразно. Алекс ошибку нашел. Букву пропустили, да? Спор купе. Да, у них спор купе. Спорит оно, а не спортивное. Сегодня вечером обстреляли Кировский район. Многоэтажку попали девочки, там 13-14 лет ранены, и мужчина ранен. Сегодня еще Куйбышевскому району досталось. Короче, прилеты продолжаются. Больше всего, конечно, достается Петровскому району, потому что он там прям с краешку. Вот. Сейчас слушаем. Где-то далеко. Вроде пишут. Фабы, не знаю. Слушаем. Сколько прилетов? Два. Один два. Где-то вот там, а один вот там. Пыль такая стояла. Сильный прям, да? Да, вот там где-то был. Ну, я побоялся, честно. Наше предприятие было основано еще в 1932 году. Это был Донецкий хладокомбинат. У нас есть некоторые виды мороженого, которые выпускаются уже не одно десятилетие. Очень нравятся нашим гражданам и вот с удовольствием все покупают. Ну, независимо от этого, мы продолжаем развиваться. Каждый год выпускаем новые виды мороженого. Я думаю, наше предприятие гордится прежде всего это своими работниками, их трудом. Я работаю здесь уже 23 года, если бы не нравилось, я бы здесь не работала. Я пришла сюда, непосредственно работала только фабрика мороженого, да, мы сейчас расширились до цеха полуфабрикатов, то есть мы как-то все расширяемся, расширяемся, расширяемся. Мы надеемся, что наш завод будет только еще больше развиваться, и рабочих мест у нас будет по возможности все больше и больше. После вхождения в Россию нам стало лучше работать, потому что мы можем сотрудничать с дружественными нам республиками и с дружественными нам регионами. Поэтому вопросы в поставке продукции, сырья
уже намного лучше. После вхождения в состав РФ наша работа изменилась в положительную сторону, так как для нас открылись рынки сырья, для нас открылись рынки сбыта, возможность участия в госпрограммах, которые довольно-таки сильно поддерживают производство, а также предоставление льготных кредитов.